В Одессе задержали одного из руководителей областного управления службы по чрезвычайным ситуациям. Взяли с поличным на взятки. Чиновник как раз получил от предпринимателя 10 тысяч гривен. Операцию СБУ провела совместно с военной прокуратурой. По их данным, деньги чиновник брал в обмен на обещание закрыть глаза на нарушение пожарной безопасности. За это ему грозит до 12 лет тюрьмы. Напомню, на днях в Одессе произошла целая серия пожаров в пляжных кафе и ресторанах. В ГосЧС говорят, что в большинстве случаев это связано именно непосредственно с несоблюдением правил пожарной безопасности. Оперативники спецслужби задокументували неодноразові факти вимагання та одержання зловмисникам хабарів за сприяння в одержанні без документів на використання об'єктів пожежного нагляду.